Вітаємо усіх слухачів Світлого Радіо сьогодні. Наш гість, архієпископ реформаторської православної церкви Христа Спасителя Сергій Журавльов. Вітаємо вас! Сергій. Вітаю, слава Богу! Слава Ісусу Христу! В... Все починається спочатку для християнина. Початок це увірування навернення, покаяння. Я багато слів, але зміст напевне один. Так. Але переживання можуть бути різні. В інтернеті можна знайти певні натяки або навіть свідчення. Про ваше покаяння ще підлітком, так. це унікальна угу. історія. Мені доводилося брати участь в таких євангелізаціях дітей. Є навіть таке товариство товариство євангелізації дітей, угу. і багато його учасників це люди, які самі прийняли Ісуса Христа ще там в 12 в 11 хтось в 10 років, угу. хтось пізніше, але підлітками. Люди, які покаялися вже зрілими людьми, іноді навіть не вірять, що підліток в такому віці може да. свідомо і серйозно угу. прийняти вірою все збагнути і навіть прийняти да. хрещення. Я думаю, що ви іншої думки, адже у вас є такий досвід. Так, да, у мене свідчення обращення до Бога саме в ранньому віці. Це було в 13 років, не повних навіть 13 років. Я помер від пневмонії, двостороннього спалення легких. и воскрес. И вот в этот короткий промежуток моей смерти и воскрешения, вот именно в этот короткий промежуток был мой первый опыт обращения к Богу. Хотя я о Боге ничего не знал абсолютно, никакой теории, ни христианской, ни нехристианской. Но я пережил с ним встречу. Я вырос в семье атеистов. И хотя говорят некоторые люди, что вот человек, умирая, видит то, во что он верил, что он знал при жизни, в моем случае было не так. Ничего я о Боге не знал. Я понимал, что сейчас меня не станет, и я исчезну совсем. Но я не исчез, я не растворился, я был перед Ним, перед Создателем, перед Богом. Я знал, что это Бог, и я обратился к Нему, и я видел себя самым плохим мальчиком, который жил на земле. Мне казалось, что хуже никого не было на земле. Вот, потому что не только созда перед Создателем я был, но и моя жизнь была предо мною, между мной и им и это была жизнь эгоиста и это была жизнь меня за которой было очень стыдно и мне казалось что хуже никого не было на этой земле что я самый плохой мальчик что жил на земле и я не знал что он вообще существует но я был перед ним я знал что он есть и он более реальный чем та реальность первой моей жизни и я обращался к нему и просил прощения как мог просил прощения я не знал что он прощает но он сам провоцировал к этому наверное потому что очень любящий взгляд, очень любящий вот этот который взгляд, который нельзя ни с чем даже сравнить, ни с мамой, ни с папой, и я просил прощения по этому. И я понимал, что он прощает, потому что, знаете, как будто бы рука такая невидимая вытирала жизнь мою, ну, вот эти вот эпизоды какие-то, я понимал, что он прощает, что он забывает об этом даже так. А затем, я вернулся и э, я своим детям, у меня шестеро детей, э, три мальчика, три девочки и э, только лишь вот наш шестой ребенок еще и 10 лет, остальные уже переросли этот возраст. И вы знаете, э, когда они, каждый из них приближался к этому возрасту, вот э, к 13 годам примерно, вот я как-то каждый раз особенно волновался, наверное, особенно. Потому что я понимал, что э, они дети, и мы, родители, привыкли на них смотреть только лишь как на детей наших. Но э, я четко знал, что они еще и просто люди, которым нужен Бог. И я четко знал, что... Я говорил детям, э, не опозорьтесь, пожалуйста, как я опозорился вот перед ним. Вот, и э, знаете ли, не, как, не дожидаться пока, как говорится, жареный петух клюнет. Никогда беда какая приключится. Лучше обратиться к Богу, знаете ли, вот в здравии, вот именно с благодарностью. Вот. И я всегда умолял детей, всегда своих, по крайней мере, точно вот умолял, чтобы они вот, вот обратились к Нему вот именно от всего сердца. И слава Богу, это происходило и происходит. И слава Богу, я также говорю другим детям. Хотя насчет крещения я, может, не уверен именно о крещении детей, подростков, но как реформаторская церковь у нас нет педобаптизма, то есть крещения младенцев, у нас и даже детей таких вот. Хотя у нас были случаи крещения 14-летних, да, были случаи, но это как исключения были. Большей части мы стараемся, и, и, я, и наши священнослужители, наши епископы, священники, также реформаторской православной церкви Христа Спасителя, стараемся все-таки крестить именно в возрасте, ну, более ответственном, когда он может, человек, дать более осознанно свою вот эту клятву, обещание или спрашивание у Бога доброй совести. Хотя это не принципиально считаю. У нас есть священники крестящие и в возрасте раннем, а есть и те, кто, как вот в древности на востоке, допустим, во времена Золотоустого или Василия Великого, когда крестили примерно к 30 годам даже, даже были такие вот традиции. Ну тут виникає питання. Ми сьогодні так. будемо говорити так. напевно про деякі межі. Так, тут межа принциповість, непринциповість і вік. Угу. Скажімо, коли ви говорили про своє навернення, я згадав угу. про цю єврейську традицію: 12-річний Ісус в храмі, пар угу. міцва, син угу. заповіту або конфірмація в традиційних церквах, скажімо, угу. в католицькій церкві. Так вважається, так, що так. це вже вік, коли 12-13 років хлопчик, угу. ну і дівчинка, власне. Вже відпов... Це вже не діти, не зовсім діти. Вони відповідальні, вони багато що усвідомлюють і несуть певну вже відповідальність так. в різних країнах. Є різні закони: 16 угу. років паспорт, 18 повноліття угу, і так далі. Так. Тут в... воно варіюється з віком. Угу. Але тут, напевно, потрібно дійсно мати оце духовне бачення. Mm -hmm. Співбесіда якась, якщо Загласні, людина да. каже, я хочу хреститись mm -hmm. 13 років. Da. Варто поговорити da. з нею про da. це Конечно. і відчути. Тому що тут дуже багато дотичних питань, скажімо mm -hmm. в багатьох церквах, людину не запричащають, якщо вона не хрещена, вона oh. не вважається членом церкви oh. і виходить, що вона, начебто, ходить на зібрання, da, da, da. але mm -hmm. відчуває себе ну не зовсім християнином. Скажімо da. так. Uh -huh. Тому, тому і багато таких підлітків можливо підходять до батьків і кажуть, я хочу, я uh -huh. хочу, хочу хреститися, я хочу приймати вечері uh -huh. Господню разом з вами, я хочу uh -huh. бути повноцінним членом церкви. Слава Богу. Я кріщу такого подростка, потому что я держусь такого правила, коли человек сам может желание. и в его сердце Христос и его возрожденная жизнь приводят его к крещению. И неважно, в каком это возрасте происходит. У нас и вот Нина Дмитриевна, она пришла в 83 года было ей, и она говорила: нет, батюшка, я креститься не буду, я всю жизнь крещенная православная, зачем мне еще раз креститься, как бы. А вы знаете, через некоторое время, через месяц-два, она сама ко мне подошла, батюшка, крестите меня, пожалуйста. Я поняла, я осознала, мне нужно креститься по вере уже, по моей личной вере в Иисуса Христа. Я так хочу этого. И она настаивала, и я крестил ее с удовольствием крестил. У нас есть архиепископ Сергей Журавлев, и мы а, торкнулись темы. Його покаяння, але покаяння це лише перший крок. От у вас було Перше. це видіння, ви повернулися yeah. до життя uh -huh. і, і далі, як розвивалося ваше пізнання Бога, духовне поступування? Як ви прийшли до церкви або прийшли до читання Біблії як Божого Слова, усвідомленець? Uh, удивительно, но Біблію я для себе відкрив uh, через uh, атеїстичні книги, через книги по атеїзму. Тому що, uh, вернувшись. Uh, будем так говорить, к земной жизни. Я пережил и разочарование, очень сложно была адаптация, потому что не было поддержки никакой. Родители не поняли совершенно то, что я пытался им рассказать. Мама считала, что у меня галлюцинация была, она послала за мое здоровье. И я понимал, что у моих родителей и у взрослых, кто меня окружает, у них большая проблема, потому что я-то вернулся, у меня есть возможность исправить что-то, как-то пожить по-другому. Но я не был уверен за них, и я понимал, что это нетипичный случай. Обычно оттуда не возвращаются люди. И знаете ли, и и плакал, и. Но, но во сне научился молиться. Во сне научился молиться, не выходя из тела, а вот находясь в теле, а обращаться к нему. Потому что до того у меня только лишь вот один был пример общения с ним, вот умереть значит, и поговорить с ним значит, и, вот, и вернуться. И я был даже грешным делом думал, что, наверное, чтобы с ним еще раз поговорить, и мне очень хотелось с ним поговорить. Нужно заболеть, видимо, опять, значит, ну, наесться мороженого или как-то еще заболеть, значит, умереть, и снова он меня вернет. Даже такие мысли были. Но во сне я научился, что можно... Это было показано как, как игра, что можно, не, не видя его, говорить с ним, понимая, что он тебя слышит. Я попробовал, утром я попробовал, после сна этого, и у меня получилось, я поговорил с ним, и стало легче намного, и я понял, что можно говорить с ним даже и не выходя из тела. И вы знаете, потом научился обращаться к нему как к своему отцу, прямо во сне. Это было для меня еще одним стрессом, конечно, жизненным. Я всю жизнь знал, что у меня есть отец, и я вырос в полноценной семье, отец и мать, но я во сне узнал, что можно к нему, к Творцу обращаться, к Богу, как не Бог, а отец папочка, я его таким образом называл. Затем я стал читать книги по атеизму. Мне было интересно, те люди, которые считались кумирами нашей семьи, там Ленин, Сталин, там, значит, там, значит, Карл Маркс, Энгельс, я вырос в глубоко атеистической семье, и это были кумиры нашей семьи. Вот, и знаете, почему эти люди, они не верили в Бога? бабушка наша, допустим, была очень убежденная сталинистка, ленинистка, и она говорила, что только лишь два нормальных было человека в истории, это Ленин и Сталин, все. И она очень сильно верила а, в них, вот как бы в их культ, как бы. И знаете ли, и дедушка был старым чекистом, еще НКВД офицером, значит, и они, их, их родители, мои прадедушка, прабабушка были революционерами еще до революции, вот, и они тоже были, от, от, открестились, как говорится, от религии любой, и... То есть в нашей семье гордились, что мы потомственные атеисты, потомственные вот именно такие посвященные как бы вот в этот коммунизм как бы люди. Но, но кумиры нашей семьи, они просто рушились, потому что читая книги по атеизму, я еще больше понимал, взрослые книги перечитывал даже. Я больше понимал, что если бы эти люди, бы, думаю, тот же сам Энгельс, его антидюринг, в 13 лет я его штудировал, антидюринг, значит, и как у многих сейчас Библию штудируют, значит, подчеркивает там многие места, Второй раз стал, стал перечитывать анти, «Антидюринг». Это толстая, это толстая, скучная книга, казалось бы, для многих. Но значит, мне она почему была важна и интересна? Мне, потому что интересно было именно вот это сознание материалистическое, конфликт и сознание идеалистическое. Я подумал, подумал, Энгельс, грамотнейший человек своего времени, но если бы он бы хотя бы немного узнал из того, что я вот увидел, я подумал, что он никогда бы не писал бы то, что он писал. Он по сути смеялся над тем опытом, который есть над этой жизнью. Он еще более реальный, чем эта земная жизнь. Вот и знаете ли, и вот по моему у Энгельса, я не помню, у кого даже есть кого-то из атеистов, я впервые прочитал цитату из Библии, и это было шокирование. это было стресс для меня, стресс приятный стресс знаете, я помню, взял ручку, тетрадку завел отдельную даже, и записал это место из Писания, и там была ссылочка написана, Библия, издание такой-то года, такие-то страницы. И эта цитата начиналась словами «Так говорит Господь». Она была большая цитата из Иеремии пророка. Вот, и потом стал читать специально атеистическую литературу, выискивая места Писания. А в 86-м году у меня уже была Библия, я уже тогда учился в училище художественном, и у меня была Библия, это мой товарищ, мы вместе учились, только на разных курсах, он достал Библию мне на месяц тогда, потом еще раз доставал Библию, и на время, месяц сам читал, месяц мне давал. И вот таким образом, а потом в том же 86-м уже, значит, я стал приобщаться к церковной жизни, воцерковляться. А в 88-м стал уже служителем, чтецом. Значит, конечно, приходилось, пришлось разорвать семьей, потому что и мама, и папа, значит, и по-хорошему, и по-плохому пытались меня всячески от церкви отвадить. И был конфликт очень серьезный. Но не церковь сама по себе меня привлекла, а Бог. И я не мог родителям донести до это никак в то время, к сожалению. И даже мама говорила, лучше ты был бы пьяницей или тюремщиной, но только неверующий. Вот, и я ходил в храм, значит, помогал священнику одному другому. А в начале 88-го один из священников пожилых священников тогда в Орле, он предложил мне пойти на зарплату на полную работу уже в храм. Не просто раз в неделю, два раза в неделю, а каждый день быть в храме. Это была уже моя мечта. И началось мое церковное служение, как чтеца, как иподиакона, вот как алтарника. А в 1991 году я уже сам стал священником. Но прошли годы, и моя мама. Уже э, я был настоятелем храма, э, прихода где-то в 92-93 годах, наверное, я думаю, было. Она приезжала и э, сказала такие слова, что «Слава Богу, что ты, ты нас тогда не послушался». Вот пошел таким путем. Вот, и она выходила на покаяние, значит, на исповедь, и, значит, и папа мой выходил на исповедь. И это было для меня, ну, подарком таким от Бога. Поэтому я молодежи всей говорю всегда, э, мама, папу уважайте, любите, да, почитайте, но э, в первую очередь всегда любите Господа, любите Бог, держитесь за Него, и Бог спасет и тех людей, которых вы любите, дорожите, которыми, которым, которых почитаете, Бог ради вас, Он будет и их спасать, и весь ваш дом, всю вашу семью. Хотя типичнее, конечно, спасать детей через родителей, но иногда Бог спасает и наоборот родителей через детей. Вот таким путем. Хтось в тінейджерському віці е, бігає на дискотеки і всі, всіляко морально розкладається. А наш гість Сергій Журавльов штудіював ну, да. Да, було діло. Коли, да, коли твій разум ще не заскорузлий, дуже цікаво його займати всякими такими речами. А, ми торкнулися теми сім'ї. Ісус говорив, що враги чоловіку домашні його, але угу. спасешся ти, а затім і весь дом твой. Амінь. Але была еще и система. Атеич... Ате... Атеистичная система, атеистична. система. Попереду была, напевно, служба в лавах Збройных сил. Как далее складалося ваше життя и насколько легко або нелегко было пронести оцей вогник веры? А, было очень непросто, потому что, понимаете ли, мой папа, допустим, он говорил, что вся эта религиозная, его, весь мой религиозный поиск от того, что я не служил в армии. А у меня была срочка от армии, меня могли вообще не брать даже, в принципе, в армию. Uh, у меня старая история болезни была очень большая такая. Но, uh, значит, uh, папа постарался, чтобы меня взяли такие в армию, значит, и чтобы я вернулся оттуда советским, нормальным советским человеком, как он говорил. Uh, и там из него всякую дурь религиозную вышибут. Это вот слова моего отца перед, перед тем, как меня послали в армию. И, но в армии было uh, много и хорошего, и плохого всякого, конечно. Uh, но в армии вера моя закалилась. Наоборот, она вера моя окрепла и закалилась. И были случаи, первых полтора года вообще было просто благодать. Значит, офицеры, многие, хоть коммунисты, атеисты, но многие из них искали Бога. Многие из них. Это я потом уже стал понимать. Я многих снабдил там новыми заветами через одного священника, значит, местного уже священника, я покупал эти Новые Заветы и распространял. Офицеры мне давали тогда по 25 рублей, это большие деньги по тем временам. И эти Новые Заветы я брал и приносил в часть, и на курсы офицерские также приносил. И многие, и лейтенанты, и полковники, разные очень люди брали эти Новые Заветы и благодарили. Вызывали меня в ленинскую комнату, как будто бы там что-то поправить, помочь. А сами один на один задавали вопросы. И я понимал, что это не просто вопросы особистов, вопросы там какие-то, а вопросы именно от, от них самих, от, от их души. И были разные ситуации, конечно, но последних полгода было очень непросто служить в армии, потому что как раз наоборот получилось, последних полгода были самые тяжелые. Пришел новый родный командир, который, в общем-то, очень жестко взялся за мое перевоспитание антирелигиозный такой, и он был очень такой, знаете ли, воинствующий атеист, и он из таких блатных был офицеров, его отец был родной командующий военным округом, генерал-полковник, и он был, знаете ли, очень такой рьяный был лейтенант, и меня сажали на гаупахту по любому поводу, порой просто лишь там, допустим, вот утром выбегаем, значит, у меня крестик маленький, значит, нательный, и товарищ сказал, снять крестик, я говорю, не могу, извиняюсь. Вот, значит, трое суток ареста, все сразу, раз, и тут же прям с не пробежки сразу на гаупахту иду, значит. Вот, значит, и, и так повторялось много раз там, десятки раз просто. Сутки, двое суток, трое суток, так вот попадал, выхожу на сутки, снова потом на трое суток попадаю туда, значит, в карцер. Чаще всего в карцер меня сажали, чаще всего, значит, и начальник штаба говорил так мне ребята писали передали что рота образцовая наша но там есть одна парши вовца которая все стадо портит он считал меня начальник штаба не насчет благоставением для роты что наша рота стала первой вообще в части а наоборот считал меня как раз обузой роты <laughs> нашей всей хотя наоборот показатели нашей роты они были очень высокие значит и как бы и меня уважали в роте все и сержанты и ребята солдаты и но последние полтора месяца я просидел на гаупахте и э, была угроза смерти. Значит, дембель ногами вперед обещал этот офицер сделать мне. И э, отправить на, в дисбат, и оттуда дембель ногами вперед. Это вот была, э, было обещание этого офицера. Но бог свидетель, я не, я, не, я не желал ничего плохого этому человеку, но он сам э, дембель ногами вперед совершил из армии. Вот, а я уволился из армии, значит, ну, прям с карцера фактически, значит, с гаупахты, но я вышел. И Бог совершил чудо. И в этом карцере я видел видение. Первый раз в своей жизни, не выходя из тела, а находясь в теле, я пережил чудо. Я видел Иисуса, улыбающегося, такого радостного, такого Иисуса, который шел ко мне и хотел вроде как обнять меня. Вот. И а, недели-две, еще последних, а, в карцере, вот после этого видения, они были одни из самых счастливых в моей жизни, потому что две недели примерно полтора полторы-две недели постоянного такого присутствия Бога в этом карцере, и это меня очень сильно укрепило вообще. Я не видел больше видения, оно один раз, разово такое было, но вот это присутствие, оно оставалось. И, и, и вы знаете, когда я в Киеве здесь в военном одном учебном заведении рассказывал как раз курсантам, сотни курсантов были военных, были преподаватели, офицеры, старшие офицеры были, они слушали мое свидетельство, значит, и... Значит, и вот ко мне подошел один полковник, он преподаватель значит, военного здесь учебного заведения, и он врач-психиатр, и он сказал, что военных врачей обучает. И он сказал, что по его мнению у меня была галлюцинация, потому что месяц не есть, фактически ничего почти не пить, минимум самый дышать хлором этим, значит, там, значит, и это быть в холоде постоянном, таком не спать месяц, то это все условия для хорошей галлюцинации. Но я ему сказал, господин полковник, при всем уважении, это не была галлюцинация, потому что галлюцинация не меняет обстоятельств, она не меняет все вокруг. А эта ситуация изменила все вокруг. И я вышел из карцера, значит, а тут офицер он, погиб. И, значит, мое дело закрыли. И меня не, значит, в дисбат, а меня отправили домой. Значит, и ситуация вся изменилась, переменилась в мою пользу. А галлюцинация этого не, не может произвести перемен во внешних обстоятельствах жизни. Вот. И тот полковник согласился, да, что это не, уже не галлюцинация. И вы знаете. В армии, скажу так, были разные, хоть даже коммунисты, офицеры, но были люди, и скажу так, ищущие Бога, ищущие Бога. Даже старые коммунисты некоторые. У нас был один генерал, у нас был пять генералов постоянных, такая была воинская часть особенная такая. Вот, и один генерал был, он потом умер, он воевал, значит, и Значит, боевой генерал. И вот старый коммунист, ну вы знаете, мне говорили, что вот он тоже читал Библию и вот перед смертью он буквально молился к Богу в госпитале. Вот понимаете, значит, люди обращаются к Богу и, как Евтушенко правильно писал, в окопах атеистов нет. Угу. Наш есть архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя Сергей Журавлев, и у нас таки был экскурс э, в минуле, але сказано в слове Божьем «Помятай весь той шлях, яким вів тебе Господь Бог твій. І ми маємо зберігати все це в серці своєму, як про Марію написано, вона зберігала всі ці речі в серці своєму. А у мене таке запитання: от служіння, таке слово, яке дуже часто можна почути в християнському колі. Але в чому, ну, якби вас запитали, чому ви так часто говорите це і в чому це полягає? Як можна служити Богові, який нічого не потребує? Він всеблаженний по закону Божому, да там? Або в чому полягає, в чим я можу служити ну, взагалі людству, суспільству? Це є і не тільки в церкві, так. Це взагалі, що ти маєш бути корисним членом суспільства і так далі, але от саме в християнському розрізі цього слова я служу Богу, який має нужду. Я не вірю многим очень навіть таким традиційним. Христианским постулатам, катехизисам, которые говорят, что Бог он ни в чем не имеет нужды, что он достаточен, самодостаточен. Я не такого Бога верю. Я верю в Бога, который имеет большую нужду, который сострадает, который любит, который безумно любит просто, который действительно хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Я верю в Бога, который не просто достаточен, он более чем даже просто достаточен, он сверх достаточен, он преизбыточен любовью. А любовь отдает. И вот с самого того момента, о котором вначале я рассказал 13-летним подросткам, когда впервые вот ему в глаза заглянул, знаете, вот это я потом даже говорил, уже вернувшись на подросткам, я говорил такие слова, даже забери маму, папу, все, что я знаю, только, пожалуйста, я просил хотя бы еще секундочку ему в глаза еще раз посмотреть. Вот, это мне казалось тогда верхом мечты просто, вот, моей. Но вы знаете, он любит, на самом деле, он очень страдает, он очень любит. Он и страдает, и любит одновременно. И я знаю, что служить ему, это быть его как бы руками, его вот, э, на этой земле, вот, его э, головой, его языком, его ногами, его всем на этой земле и быть частью, продолжением его как бы. И значит, э, э, для меня служение это э, жизнь христианина вообще. То есть и не то, что я в рясе там э, я одел рясу э, и ношу ее. Опять-таки, тоже это как одна из форм моего служения, как бы возможность э, служить людям. Как для военного, допустим, там его форма, там для милиционера его форма, допустим, там спаси, спасателя какого-то. Вот, э, это тоже форма вот, христианского спасателя. И для меня служение это э, то... Что... я знаю, что однажды, когда приду, пред ним пристану, снова, э, я не хочу э, позориться, я не хочу, э, знаете ли, прийти не выполнив его поручения, а, а я знаю, что очень часто, к сожалению, позорюсь, очень часто не делаю того, что он хочет, чтобы я делал. Для меня служение – говорить о Нем, молиться за людей, делиться с ними любовью этой Божьей. И когда человек видишь человека, вот пропащего уже, казалось бы, человека, который спасен теперь, который исцелен. Больным, был человек болен, вот теперь он спасен и здоров. Для меня, но для, я понимаю, что это часть вот этого поручения Божьего, потому что слишком много дел э, на этой земле. Э, и сам Христос даже пришел э, в этот мир, чтобы разрушать дела дьявола. И каждый человек, верующий, если по-настоящему он, по правду, что верующий, э, у него есть э, это поручение разрушать дела дьявола. Потому что, ну, для этого, собственно, и Новый Завет то весь есть, как раз чтобы разрушать дело дьявола, чтобы на этой земле действительно мы говорим, да будет воля твоя как на небе, так и на земле, чтобы Божья воля исполнялась. Некоторые люди говорят, вот мне там народу написано было то или тому-то было то написано. Да, есть много плохого народу, как говорится, но есть и хорошее, то, что Бог хочет дать этому человеку. Вот, и в жизни вашей, моей, в жизни каждого из нашего слушателя тоже, пожалуйста, есть перепутье, жизнь и смерть. Но, Господь говорит, выбери жизнь. А в, со времен Иисуса Христа, в эти два тысячелетия, так вообще Бог, Он, пожалуйста, хочет, чтобы все люди выбрали жизнь. Все люди, и евреи, не евреи, неважно какой-то национальности, культуры, знаешь ты религиозно что-то или не, вообще полный профан в этом, не знаешь ничего религиозно, ты богатый или бедный, кем бы то ни был бы, выбери жизнь. Вот, то есть во Христе Бог примиряет с собой весь мир. Вот в этом и таинство Нового Завета. Для меня это нормальная жизнь, просто жизнь христианина. Наш гість, архієпископ реформаторської православної церкви Христа Спасителя Сергій Журавльов. Ви вже згадали, що вас ви виховуєте з дружиною шестеро дітей. Я хотів би торкнутися теми сім'ї, адже так. нам легше здаватися і навіть намагатися бути хорошою людиною з людьми, яких ми зрідка бачимо, особливо в церкві, в такій торжественній атмосфері. А в сім'ї mm -hmm. тебе знають, який ти є, як облупленого, mm -hmm. і кажуть, що. Жінки з чоловіками не завжди в усьому добре одне одного розуміють, mm -hmm. адже ми все-таки дві різні половини людства yeah. і від Адама з Євою напевно існують певні складнощі. А також є той конфлікт батьків і дітей, яким, до речі, закінчується, з погодами якого закінчуються останні рядки старого заповіту, що перед пришестям Месії буде посланий той. кто, значит, должен має поколения и навернуть сердца батьков до детей и детей до батьки. Вот про вашу семью mm -hmm. и про эти моменты, виховання детей, стосунки с дружинами, расскажите, будь ласка. Uh, в этом мне много проблем. Uh, и чем дальше, тем больше я вижу этих проблем. Потому что, с одной стороны, uh, да, значит, мы одна семья, но с другой стороны, uh, мы разные люди. И Удивительно, когда дети маленькие, допустим, ты, может, не замечаешь этого, но когда они подрастают, ты начинаешь видеть, я лично за себя скажу, я начинаю видеть, что не все так просто, как казалось изначально, прост, простым, что это личности, что это люди, которых доверил нам Бог на некоторое время воспитывать их, заботиться о них, но каждый из них он уникален. И проблема в чем, я вижу, что очень сложно порой вот вот это себе как родителю уяснить даже что это не не твои дети Они а твои дети но это дети Бога и это не твоя приватная власть да это не твоя да, власть да. на самом деле это власть Бога и конечно за свою жену скажу что мы тоже с женой притираемся все эти годы притираемся вот и бывает где-то она что-то понимает больше где-то я больше понимаю но удивительно Значит, если бы не поддержка жены, то даже, скорее всего, я бы не стал бы даже реформатором. Это, это честно. Я сейчас тоже больше понимаю, повзрослев немного, я понимаю, что если бы тогда бы в 96-м жена бы не поддержала меня бы, то я не уверен, теперь уже не уверен уже, смог ли я бы тогда вот выйти бы из, рели из религиозной системы, вот, в которой находился раньше, традиционного православия такого, имел ли я бы силу эту я так понимаю сегодня что человеку важна очень поддержка его супруги и слава богу в моей жизни это было и есть и конечно хочется чтобы вот мы всей семьей служили Богу а как где очень сложно потому что дети допустим подрастают они видят уже все по-своему когда человек он маленький то он видит больше глазами родителя наверное а когда подрастает, вот теперь уже мои дети уже, ну, в большинстве уже взрослые уже, и я понимаю, что а, они видят уже по-своему, -по не так, как я вижу, допустим, не так, как мама видит, не так, как папа видит, как они сами видят уже. И а, а, очень важно, понимаю, пока они видят нашими глазами, на, помочь им а, взирать на Христа, взирать им на Бога. И даже родить, детям своим я говорю, а, хотя порой с, сомнительно отношусь а, к, Допустим, к тем собраниям, куда они сейчас посещают, но я говорю так: самое главное любите Бога э, и любите людей. Самое главное, какой бы вы ни были по собранию, в каком бы ни были в храме, церкви, может, я не разделяю там, ваши, вот, сейчас, ваши эти убеждения сейчас, сейчасшние, но э, я понимаю, что самое главное любите Бога и любите людей. Вот в этом весь э, Новый Завет, в этом вся Библия. Вот и э, задача родителей, наверное, вот, э, помочь детям, вот э, в этом э, укорениться, что ли. И тогда та вера, которая в нас, она будет в них, даже если не в другой конфессии, допустим, находятся дети уже. Вот, эта вера будет в них находиться. Вот, и это самая главная вера наша христианская. И семья, вот как раз для отца нет больше радости, чем видеть детей, выходящих в истине. И для родителя, для отца и матери нет на самом деле больше радости, чем видеть детей, ходящих в истине. Вот. Вот, ну и, понятно, для нашего Небесного Отца нет больше радости, чем видеть детей, выходящих в истине. И на самом деле проще быть вот верующим там перед людьми, допустим, которых ты не знаешь, которые тебя не знают особенно-то. Вот. Но когда это в семье, когда это постоянно на виду, то здесь уже другие отношения совсем. Тогда уже проповедями кормить значит, невозможно. Там уже поступки, дела, вера, которая из дел уже состоит. Мене ще одне запитання. Є так би мовити, два крила от у віри. Можливо, ви зі мною не погодитесь. З одного боку, це передання або те, що називається, традицією. Ми всі вчимося. Нам щось передали батьки, потім ми взяли mm -hmm. чиюсь книжку, хтось її написав, хтось нам зустрівся і розказав щось. Ми це аналізуємо, щось приймаємо, щось відкидаємо. Тобто, mm -hmm. у кожного майже в кожної людини були свої наставники. Скажімо там, Ісуса Навіна був Майсей. у Ивана и Андрея, которые стали апостолами, був был Иван Можливо, він он не все розумів, но он был пророком Божим. У Павла там Гамалиил, або Варнава, который его ввел коло спілкування апостолів. В вашем житті були такі люди, про яких mm -hmm. ви зберігаєте вдячні спогади, які духовно вам послужили? Да, обязательно в жизни каждого верующего есть такие люди. Я убежден. И в моей жизни мне повезло с людьми, которые стали для меня вот именно наставниками, моими духовными отцами. Вот самым первым из них был отец Иоанн Квитович, это протеерей Орловской Брянской епархии, тот священник, старец, духовник, который стал для меня первым вот, моим духовным отцом, наставником тогда. И именно отец Иоанн Квитович, он тогда метрофорный протерей, он тогда, вот, это в 80-е годы, он стал для меня, вот, понимаете первым толчком, вот к такому, как вот говорят сейчас полному служению что ли к Богу и а, потому как я знал разных священников к тому времени уже допустим к 88-му даже году я уже у разных священников бывал и помогал разным священникам но пример именно и отца Иоанна, он был для меня примером молитвы примером именно верующего человека и когда он именно он предложил мне когда служить в храме на, на полное время уже именно тогда вот и внутри меня уже было желание, жажда была полного такого служения. И даже желание стать священником было через него как раз именно. Я смотрел на него, как юноша еще, молодой человек, смотрел на него, и для меня это был пример жизни. Вот. А были другие примеры, слава Богу, за разных духовных наставников. Один из них Трудно назвать его духовным наставником, конечно, моим лично, потому что мы с ним даже лично и ни разу в жизни не виделись. Но даже два таких у меня есть человека, честно говоря, с которыми я так в жизни, с одним уже в жизни земной уже не могу увидеться никак, он уже умер, а другой еще жив, но я надеюсь, может, еще увижу с ним. Но эти два человека, они сыграли огромную роль в моем христианстве. Один из них это отец Александр Мень. Значит, потому что тогда, когда я начинал свое служение, как раз именно его беседы, его проповеди, тогда наставления, они мне помогли очень сильно. Но с ним я так не смог встретиться, к сожалению, когда уже собрался, последний раз уже собирался ехать. Вот пришло это известие о его кончине. 25 лет назад, да, его убили. Вот, но, значит, второй из них, это Эрл Штеген. Он жив, немецкий проповедник, это немецкоязычный проповедник в Южной Африке, на классе за банду, в ЮАР. Значит, он жив, и, и его беседы, его проповеди, они стали толчком в моем христианстве, и до сих пор греет мое христианство, и, знаете ли, как бы, я даже много раз говорил, что на небесах вот из всех вот людей, Эрла хочу пожать руку вот в первую голову, наверное. Потому что в 96-м, будучи традиционным еще православным священником, именно беседы Эрла Штегина, вот Людмила Плет, книга «Время значит, суду с Дома Божьего», стало просто для моего христианства это новым началом, будем так говорить. Оно развернуло меня назад к Библии, к Слову Божьему, и окрылило меня, вдохновило меня, и наполнило меня силой такой, знаете ли, снова жажды по Слову Божьему. Да, были другие христиане, служители в моей жизни. Это и пастор Сандея Деладжа, и пастор Алексей Ледяев. Это многие разные служители, разных конфессий. Мне очень везло. Из даже католических служителей, это Любомир Гузер, тогда вот в 1997 году, впервые приехал в Украину, первый христианский служитель, с кем я познакомился тогда, и у кого жил, гостил тогда, это был Любомир Гузер, он был тогда помощником кардинала, и, в общем-то, столкновение с его личностью, с этим просто, скажу так, огромной, с этой огромной скалой просто христианства, оно мне очень сильно помогло, укрепило. Я даже, честно говоря, я это, об этом и так мало где говорю, но, значит, могу сказать, что даже через Любомир Гузар я Чубула даже не сла католиком, потому что настолько вот его целостность личности меня поразила, удивила, и многие... Понимаете ли, тогда мне, молодому священнику, э, диссиденту, только что вышедшему из московского приархата, тогда мне было очень удивительно видеть в нем, э, в человеке уже не молодом, но все то, о чем я рассуждаю, размышляю, значит, и к чему стремлюсь, уже воплощ, воплощенным во, во многом. И для меня это было просто, ну, шокирующе, конечно. И я благодарю Богу, что вот первый служитель, с кем я познакомился в Украине, был как раз Любомир Гузер. И я вот тогда гостил у него, жил у него во Львове, и и, скажу так, познакомился с еще одной гранью христианства, скажу так, через него. И через него, собственно, я и остался вот в Украине, собственно, вот как бы. И Украина стала моей второй родиной уже, потому что первая моя родина Россия, я родился там и вырос, значит, и служил Богу, все, значит, но уже здесь, в Украине, я стал как реформатор, именно как состоялся как реформатор. И на сегодняшний день реформаторской православной церкви Христа спасителя, архиепископ. Дякую, що нагадали. Мені особисто, і ми, жлобком, ми щеї з радіо про пате, що, от тактило Христова дія і росте э, всякими взаємосоединяющими і скрепляющими связями. Аминь. А мы должны взирать на наставников и подражать их жизни, да, взирая да. на кончину их. Да? Вот сейчас был праздник как раз в воскресенье Петра и Павла. У нас был петр собор. Тоже как раз шла речь о том, что подражая их вере, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их, потому что Иисус Христос вчера и сегодня, и во веки он тот же самый. Аминь. Нашим гостем сегодня был архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Сергей Журавлев. Дякую за то, что завитала. Хай Бог рясно благословит.